А у нас в Америке сегодня праздник. День благодарения. А мы ночевали сегодня вот в этой гостинице. Долина смерти называется. И сейчас мы туда и направляемся. Предварительно посмотрев прогноз, вроде страшного ничего нету. Даже до 30 градусов не дотягивает. Зато в Лос-Анджелесе обещают больше 30. Но мы там будем сегодня вечером. Вот этот маленький городишко, в котором мы ночевали. Вот на границе с пустыней в городе вот такие деревья. Интересно. А еще чувствуется приближение Рождества. Ну что, поехали. Вот дорога ведет в долину смерти. Ну вот, первым на пути заброшенный город. Все жители от жары погибли. Шутка, конечно. Где-то я такие круги уже видел в этом году. Ах да, на Соловецких островах. А это никого скульптура не напоминает. Дорога смерти, как известно, находится в низине. Вот мы по этой дороге спускаемся сюда вниз, в низину. Вот такая вот космическая, марсианская, можно сказать, картинка. Наше путешествие по долине смерти продолжается. По показанию прибора мы находимся на высоте, точнее на глубине. Минус 100 метров. Такое от неба красивое. Все правильно, это соль. Но есть и вода. Совсем мало. Я думаю, такая же участь в скором времени ждет Мертвое море в Израиле. Вот здесь вот так вот соль и добывали. И вот на таких вот телегах вывозили. Соль была белое золото. Как всегда по дороге в национальных парках такие вот точки. Viewpoint называется. Красивые. Вот
это одна из них. Еще одна красивая позиция. Мы заехали на гору, 1700 метров практически. И вот так вот вид на долину смерти. Приехали на машине. Еще одна точка интересная. Называется точка художника. Ну вот еще одна остановочка в красивом месте. Такие тут песчаные дюны. Очень много народу, дело к вечеру, по народ. Ну, сегодня праздник, День Благодарения. Ну и последняя точка Долины Смерти, Мозаичный каньон называется. Уже темнеет, дальше уже будет плохо видно. Это